Всем привет! Поскольку Алиса уже умеет читать, знает все буквы, то я решила вот эту штучку, мы тут все равно их потеряли некоторое количество, отдать Ливсику. Ливсику будет радость и будет чем заняться. Тут он уже домочка пытался себе отжать. Давай, собирай. Собирай и учи буквы. И учи. А, хитрый какой. Какой ты хитрый. Сломай досточку, да. И я со спокойной совестью все выброшу. Чем тебе буква П так зашла? Что? А все? Буква А не... Не зашла больше? Не хочешь больше играть? А буква А? Ара. Буква А. Вот так. Одни ошметки останутся у нас. С тобой не было буквы А. Эх, Ливсик, Ливсик. Ты наш трощитель всего на свете, да? Ай, чудик. Чудик мой. Чудо маленькое. Вот так. Играем. Пойдем играть. Пойдем играть? Иди давай, я все равно назад засуну, ты не переживай. Иди. Букву Ч. Ага, это вообще-то моя. Чала. Давай. Как выбрасывает. Вот это и вот это. Алиса, ну ты что? Ты умеешь, я в курсе. А буква Ж? Чем тебе буква Ж так не понравилась? Ой. Кажется, он тебе заигрывает. Да? Да, да. Я тоже так могу. А буква У? Ой, весельчак. Весельчак. Кому-то понравилось играться. Ой, и на Алису посматривает. Что ж там Алиса? А вы к воды? Вы? Все, буковку А украл. А теперь назад засовывай, Алиса. Не буду. Сама одеяй. Швыряется. Вот так. Удовольствие на полдня. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!